Здравствуйте. У меня есть 10 тысяч американских долларов. Я хочу их приумножить, но не знаю, как и где их вложить. Наверное, вы не сделаете то, что я вам скажу. The best investment that you could have at the moment, самое лучшее инвестирование, которое вы можете сделать в настоящий момент, is in your own brain. Это в свои мозги. You are the best person to invest in. Вы это самый лучший человек, в которого можно инвестировать. Remember what the Bible says. Помните, что говорит Библия. Whatever you do. Все, что вы делаете. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Whatever you do. Что бы вы ни делали. Do not conform. Не сообразуйтесь. But be transformed by the renewing of your brain. Но преобразуйтесь обновлением своего ума. If you can give me 2 hours and a pencil and paper and leave me alone. Если мне дать карандаш, листок бумаги и оставить на 2 часа меня одного, I'll make $1 million like that. Я могу $1 million заработать моментально. And why does that happen? Почему это происходит? Because I've spent money on my brain. Потому что я потратил много денег на свои мозги. I create business formulas that are worth a fortune. Я создаю бизнес-формулы, которые стоят целое состояние. How did I do that? Как я это делаю? I spent money on my brain. Я потратил деньги на свои мозги. I can read 8 books at a time. Я могу одновременно читать 8 книг. I can recall information very quickly. Я очень быстро могу вспоминать информацию. I can write a best-selling book in 14 hours without any reference and no corrections. Я могу за 14 часов написать книгу, которая станет бестселлером, и ее не надо будет даже корректировать. And I do it all with a ballpoint pen and paper. И я делаю это при помощи ручки и бумаги. And it's usually worth $5 million when I finish. И обычно, когда я заканчиваю писать книгу, она стоит, то есть она приносит более $5 миллионов. Psychologists tell me I have a very unusual brain because I've never gone through formal schooling. Психологи мне говорят, что у меня очень необычный мозг, потому что я никогда так и не выучился в школе. В школе я не учился. They say the concepts that you can come up with are just so unusual. Они говорят, концепции, которые ты задумываешь, очень необычные. They don't know a brain that's been like this before. Они говорят, просто не встречали мозг такого типа. And I've said to my wife, if anything happens to this brain. И я сказал своей жене, если что-нибудь с этими мозгами произойдет. And they've perfected brain implants. И мне, ну если попаду там в аварию, и мне нужна будет пересадка мозгов. Whatever you do, get me a Christian brain. Пожалуйста, обязательно постарайся, чтобы мне пересадили только христианские мозги. She said, why a Christian brain? Она говорит, а почему христианские мозги? I said, because it's never been used. Я говорю, а потому что ими никто никогда не пользовался. Straight off the showroom floor. Они новенькие, свеженькие всегда. You spend money on your brain, sir. Потратьте деньги на свои мозги. You spend the whole 10,000 on your brain. Все 10 000 потратьте на свои мозги. And you'll probably make 100,000 afterwards. И вы сразу после этого сможете заработать 100 000. Next question. Следующий вопрос.